Я девчонкой озорною застывала на бегу над красавицей сурою на высоком берегу. Всюду дымчатые дали, шелковистые луга навсегда родными стали сердцу эти берега. И сама я вырастала в этом песенном краю. Здесь любовь я повстречала, здесь живу и здесь пою. Все закаты с позолотой, все рассветы с тишиной, славен песней и работой край мой пензенский, родной. Образование нашей семьи – творческая закономерность, так как бабушка и дедушка создали свою семью, будучи студентами Пензенского училища имени Архангельского. А позже история повторилась. Мы с моим мужем нашли друг друга в стенах Пензенского колледжа искусств. За 8 лет нашего семейного тандема мы поставили 2 больших спектакля и организовали множество концертов. Также принимаем участие в различных фестивалях и конкурсах. Ай, заиграла балалайка, я и встрепенулась, каким бобером прошлась и не спотыкнулась. В этом году мы со свекровью образовали семейную студию народного творчества «Кладезь», где занимаются дети со своими родителями. А теперь у нас подрастают 2 сына – Семену 4, а Арсению 2. Несмотря на их совсем юный возраст, они уже проявляют интерес к творчеству. Мы очень надеемся, что наша преемственность поколений продолжится, связь времен сохранится, а русская традиционная песня будет еще очень долго жить. Я в такой тоске, с кем не бывает, скажи, с кем. Прощай, детка, детка, жаль, но это так. В моей клетке не быть тебе никак, в моих руках не быть, детка, лети. Жаль, но это так.